Приветствую вас. Вы сейчас оказались в центре проблем между вашими дедушками и бабушками. Вот. Соответственно, первый вопрос, который возникает к вам, это вопрос такой: как получилось, что вы, значит, ну, как получилось, что вы оказались в этом эпицентре конфликта? Вот. Почему вы взяли на себя роль? Почему вы взяли на себя ответственность за бабушку, за дедушку, за отношения между ними? Это взрослые люди. И что бы вы ни делали, что бы вы ни делали, именно вы останетесь крайне крайним всегда. Потому что или дедушка, или бабушка рано или поздно обвинят вас в том, что вы плохой, что вы что-то сделали не так, что-то сделали неправильно, что-то сделали неверно, ну и так далее. Вариантов на самом деле может быть довольно много. И это нужно учитывать. Поэтому если у дедушки, или у бабушки, или у них обоих есть некие проблемы, некие трудности и сложности, то вам нужно, единственное, что от вас требуется, это только то, чтобы они сами решали свои проблемы. Это единственное. Понимаете? Вот так, я думаю, можно вам ответить. То есть, знаете, дедушки и бабушки, значит, карты, все средства, знаете, то есть, ну, скажите,
Что? Вот, дедушка, тебе телефон. А, вот, дедушка, тебе, значит, устройство. А, пользуйся. Как бы действуй. И все. А меня в это не впутывай. А я участвовать хочу. И это будет справедливо для вас. Потому что люди должны все-таки сами решать свои проблемы. Я полагаю, что именно так можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Понимаю, что вам, наверное, хотелось бы другой помощи немножко. Но здесь нужно понимать, что и бабушка, и дедушка уже взрослые люди, которых не переделать, которых не поменять, в том числе и вам. Поэтому не нужно обрекать себя на заведомо проигрышное какое-то дело. Лучше подумайте для себя, зачем вам это? Для чего вам это? Ну, с какой целью вы ввязываетесь в этот треугольник? Вот. Прочитайте в интернете про треугольник Гартмана. Надеюсь, вам это будет интересно, и вы увидите там, ну, может быть, себя, может быть, какие-то похожие ситуации, вот именно, ну, именно как у вас, вот. Может быть, вы увидите что-то схожее, и, соответственно, прочитав, вы научитесь это отслеживать и выйдете из порочного круга. Если вам понадобится помощь, то, соответственно, обращайтесь, буду рад вам помочь. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!